Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, один из подписчиков написал: Рэй, здесь обновление в этой игре. Я зашел и ничего не увидел. Ребята, нету никакого обновления, к сожалению. Ну да ладно, раз зашел, давай запилим тогда серию. Так, зайдем на арену, заберем с тобой награды. 18 стражей и плюс. Так, эльф, Сакура, фехтовальщик и деньги. Подключение. Новый сезон. Так, давай-ка мы, наверное, быстренько с тобой пробежимся. Просто шемин там. Возьму-ка я, наверное... Да, в принципе, этот отряд и нужен нам. Поехали. Так, вы завершен, новый противник, окей. Так, я выпускаю, наверное, одного самурая, и этого будет более чем достаточно. Иди, родной. Ему просто нужно один удар сделать по базе, и все. Даже этот... Камикадзе не поможет им. Просто размазали его. И этого тоже. На! И удар по базе. Ты бич. Все, ребят. Все очень быстро и легко. Так, ну что, у нас... Нравится, нравится. У нас с тобой ежедневное испытание есть, но... Я бы, конечно, пошел бы, если бы здесь, наоборот, в награде была бы друидка. А так как здесь ведьма, а ведьма у меня есть, поэтому я не вижу смысла, друзья, здесь проходить. Так, квесты забираем. Ну что же, погнали тогда в поединке. Так, у нас с тобой... Ух ты, тут еще много штудировать. Ну что, давай посмотрим. Ой, Ронин, ё-моё, и как быть... Может быть, вот этим отрядом противостоять Ронину. Хотя у нас же, блин, я не помню, ползун, по-моему, сможет убить, да, сразу Ронина. Давай попробуем сыграть через ползуна. Ну, проверим. Да. Понятно. Ползун плешивый не помог мне. И, соответственно, мне здесь никто базу не залечит. Ладно, тут можно проигрывать. Пускай бомбят. Почему я так выпухнулся? Почему я был уверен, что ползун сможет уничтожить Ронина? Ничего подобного. Зря я только сфейлил, конечно же, попытку. И начало такое сразу грустное для меня. Все, я настроение потерял. Так, надо мстить. Надо мстить, и мстя моя жестоко будет. Значит так, Ронин. Против тебя выступают мои суперэлитные отряды. Это щитобот и молотильщик. Погнали. Ну ты, блин, серьезно? Да иди ты в... Не, ребята, хотя, подожди, что нет-то? У нас же есть друидка. Блин, друидка-то есть, но... Так, надо ее срочно, срочно нам ее... Надо вызвать. Если мы хотим с тобой залечить... Наш замок... Она нам просто необходима. Ну давай ты, где ты там? Так, окей. Выходи. Так. Залечивает, залечивает мне базу. Все. Фух. Выкрутились. Неужели? Так, ну что, теперь в атаку. Всем нашим отрядам. Это тебе, парень, уже не поможет. Тут уже вряд ли кому-то что-то поможет, потому что наш отряд будет сейчас рвать и метать. Давай, давай, прижучиваем, прижучиваем. Давай еще вызовем молотильщика. Есть. Отлично. Да что вы меня все сюда-то перекидываете?
Не буду я ничего там покупать. Ну, давай тогда следующий поединок сразу же. Так, смотрим. О, здесь то же самое, только, ребят, еще прибавляется Терракоша. Терракутовый воин. На всякий случай вызовем, да? Что-то я никого не вижу. Ой, он меня обхитрил. Он меня здесь обхитрил. Так, давай, давай, родные мои. Есть. Прижучили. Так, он еще одного вызвал, да? Черт, совсем нехорошо тут у нас получается все. Я бы даже сказал, очень плохо. Так, может, хорош уже, а? Вот объясни, зачем я это сделал? Нормально, все нормально. Я думал, что заморозка на него не действует, заморозка. Срочно вызовем сейчас друидушку. Вот так. И дела у нас пойдут моментально в гору. Давай еще молотильщик позовем. Давай, давай, давай. Отлично. Теперь вот эту штуку. Сколько у нас? Минута в запасе. Всего лишь минута. Блин, какой же он тугой, этот Терракоша, когда он особенно в камень превращается. Вообще ничего невозможно сделать. Все. Разнесли. Ну что, давай тогда сразу следующий поединок. Смотрим, кто здесь. Ронин, тигр. Угу. И опять же этот всадник на журавле. Так, Ронин будет истерику делать? Наверное, будет, скорее всего. Поэтому вот. Ничего удивительного. Блин, нам надо... Да хоть бы оглушил бы его как-то, я не знаю. Есть. Ну что, тут опять нам нужно с тобой как можно быстрее призвать друидку. Блин, ну с тигром. Отлично, тигра завалили. Так, ребят, вы только не перестарайтесь там, пожалуйста. Так, ладно, пока есть это. Навызывали, а. Ну? Все шикарно. Истерия. Мы с собой завершили квест. Помнишь, я тебе раньше говорил, что не в истерике? Вот. Так, тихо, тигр. Ты, главное, там не буянь. Слишком сильно-то. А то, смотрю, раздухарился. Ронина в топку. Так, кстати, глажор, бля, тоже в топку. И у нас тут еще есть заморозочка. Ай, прекрасно-то как. Ты посмотри, как хорошо, ребята. Кстати, я заметил, знаешь, что починили? Помнишь, раньше, когда у нас вот эти были отхиливающие лучи, у нас просто такие белые полоски были. Сейчас они адекватно отображаются. То есть нет вот этих вот артефактов. Так, давай-ка мы заберем здесь истерия. Отлично. И продолжаем. Так, предпоследняя миссия. Здесь у нас... Вуджен, ё-моё. Я не знаю, может быть нам... Нет, это я не хочу брать. А этот отряд... Блин, Вуджен противный, а. Ладно. Придется отыгрывать этот. Придется отыгрывать этот отряд, потому что, ну, надежда вся на молотильщика. Если он, конечно, при смерти будет выкидывать свою молотилку, ну, то есть циркуляру, то всякие там вуджены и тому подобное нам, в принципе, ничего не сделают. Сейчас попробуем с тобой призвать друидку. Друидка ставит у нас
тотемы, которые хиляют. Ну и сам понимаешь, они много чего делают. О, выбежал псих. Блин, они мне не дадут, да? Позвать друидку. Или дадут? Сейчас попробуем. Нам нужно как можно быстрее это все сделать. Так, иди сюда, Вуджен, ты запарил там стоять издалека и выпендриваться. Так, ну что, друидушка, давай, родная, ставь тотемы. Вот, видишь вот эти вот лучи? Раньше они отображались некорректно. Сейчас все топчик. Так, тотемы, тотемы на отхил. Куда тебя выкинули-то, эй, друидка? Ну, кто, как говорится, кого? Вот, я тебе об этом говорил. Пила сработала. И, как говорится, уничтожила этого Вуджена. Так, давай, 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 давай. Разнос. Опять он там стоит, а? И он, главное, именно друидку мне отталкивает. Не кого-нибудь еще. Ну все, им тут не жить. Мы их прижучили. Теперь остается только разносить замок. В принципе, мы это с великим удовольствием делаем. Отлично. Так, ребят, продолжаем. И у нас последний поединок на этой территории. Босс будет бог ветра. Естественно, против него мы берем с тобой топовый отряд. Так, топовый отряд. Здесь 100% будет Ронин. 100% тебе говорю. Поэтому... Мой первый, да? На! Отлично. Отлично, Ронин заработал. Вызываем рыцаря-мага. Я уже думал, сейчас добьем все-таки. Так, ну. Чуф, готов. Можно даже вот так сделать. Все, крышка. Мы даже не увидели с тобой этого бога ветра. Он не высунулся. И квест завершен, лавина. Так, ну что, давай заберем награды, наверное. Еще 4 гема. Так, и получается посмотреть 3 видео и загляни к другу. Куда загляну и к другу? Забираем сундук нефритовой империи и смотрим, что нам тут достается. 9 гемов, остальное, в принципе, все есть. Вот сакура еще не прокачана. Поэтому, в принципе, годно. Ну что, друзья мои, территория роботов. Так, трансформатор 5 звезд сотого уровня, плюс джаггернаут и репульсор. Ну, здесь... Здесь, в принципе, можно и вот этот отряд взять. Ничего страшного не будет. Наоборот, даже очень хорошо, потому что у нашей некро ее злобные колобки, как говорится, могут здесь прописать, да, любому. Единственное, что репульсор, да, отталкивает. Сейчас попробуем, посмотрим, кто он выйдет. Я, наверное, начну. Ё-моё, немножко не так пошло. Не так. А выбора-то все равно нету. А, отлично, колобки все-таки делают свое дело. Молодчаги. Так, замедляху. Плюс тыквоголовый. И пошла мазута по полной программе. Вот и все, ребят. Наши бойцы уже бомбят с удовольствием вражеский замок. Тут уже хоть джиггернаут, хоть кто выходи, все равно ему не жить. Колобков некро начинает отправлять, причем очень много. Все. Отлично. Ну что, мы продолжаем, наверное, этим же отрядом. Пока все идет хорошо. А вот против толкателя колобки как раз-то неэффективны. Почему? Друзья, он одним своим ударом массовым может уничтожить абсолютно всех. И даже саму некро. У него очень такой большой радиус поражения. Но я, тем не менее, все-таки попробую. Так, возьмем, наверное, юзы. Блин, не дает он мне. Так, давай, некро, выходи быстрее. Вызывай своих колобков. Вот он идет, явился, блин, не запылил. Сейчас начнет буянить. Сейчас начнет, ребят. Бабах. Так, специально выпустил корни. Есть. Так, джиггернаут тут замедляется. Сейчас попробую. Блин, еще идет. Еще идет. Так, нам нужно прикрыться.
Видишь, как он их разносит? Эй-эй-эй-эй, еще, естественно. И вот. Только давай вот без вот этих фокусов, парень. Тыквоголовый, ты где там? Давай, вжаривай. Нам нельзя, чтобы эти гаденыши подошли слишком близко к нам. Ух, вот это я понимаю. Вот это мы сейчас прожали. Опять же, целая армия этих колобков наших злобных просто разорвали. Все, ребята, я думаю, здесь ему не выкрутиться. Ну, никак. Давай, родные, давай, прижучиваем. Так, я выпущу корни на всякий случай. Все. Да, некро. Когда они стоят сзади и прикрыты спереди, против некро вообще, ребят, ничего не сделать. Вот просто ничего не сделать. Они своих колобков будут вызывать, вызывать и вызывать бесконечно. Так, а вот это вот плохо. Этот робот, ребят, мне не нравится. Тут главное, чтобы возле замка никто не стоял. Потому что этот робот с ракеты, он стреляет по дальним юнитам обычно. И если, не дай бог, он стоит возле замка, замок получит повреждение. Вот это надо учитывать. Так, 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 некро, срочно, срочно выходи. Блин, это вот, вот этот толкатель меня прямо раздражает. Вот. Вот. Вот, ребята. Сейчас могут быть неприятности. Огромные. Ракета полетела. Ху, ну нам повезло. Че это как... Тыквоголовый сейчас как-то кинул голову, интересно, ты видел даже? Не было анимации летящей головы. Интересно. Так, вот мне нравится, когда наш самурай впадает в истерику. Куда полетит? Видишь, какая массовая атака у него от этой ракеты. Довольно противный такой робот этот. Так, дай-ка я замедляху здесь, наверное, воткну. Опять он, да? Куда полетело? Ну, это терпимо. Сейчас мы его тут разнесем, этого репульсора. Плюс у нас ускоряга. Под ускорением просто рвут, рвут. Эй-эй, робот этого, отлично. Все, ребята, выиграли. На три звездочки. И у нас предпоследний этап. Слушай, довольно быстро проходит. Ох. Все узнали, да? Тени толкая. Тут, конечно, против этой армии тени толкая как бы нежелательно. Но в то же время нужно отыграть. Пускай, знаешь, кого тянет, толкает? Колобков. От некро. Мне нисколечко не жалко, если он этим будет заниматься. Так, сейчас попробую. Я, кстати, деда давно не вызывал. Нашего старого вояку. Может быть, вызвать его разочек, а? Нет, ребята, уже как-то не до этого. Блин, мне нужны корни. Есть. Так, корни сделали. Давай, 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 родные мои, жарим, жарим, жарим их. Солидно. Так, сейчас джиггернаут еще накажем. Так, я вызову, пожалуй, еще одну некро. Вот смотри, все-таки что ты стал делать. Тыквоголового моего. И уничтожил еще при этом. Так, вот бесит меня вот эти вот прыжки от толкателя. Поэтому его и назвали толкатель, потому что он, ребята, отталкивает наших юнитов от себя. Замечательно, слушай-ка, смотри. Все, мне кажется, ему крышка. Он тут ничего уже сделать не сможет. Давай, давай, родные мои, жучим. Не даем спуску здесь вообще ни на миллиметр. Ну, да что ж такое-то там. Корни, все, есть. Пробили. Но он там сопротивлялся, конечно, хорошо, до последнего. Ну, а у нас последняя здесь миссия. Так, и у нас ядерный робот. Ну, что я тебе могу сказать про ядерного робота? Я не буду, наверное, тратить вот этот имбовый наш отряд. Потому что здесь, ну, не стоит он того. Я просто сделаю... Я, наверное, отыграю вот этим вот отрядом. Попробуем.
Единственное, что да, нам нужно очень быстро действовать. Очень быстро, потому что если выйдет робот ядерный и дойдет до моего замка и встанет в позу именно, как ее назвать-то, я даже не знаю, аварийной, да, когда начинается взрываться, то все, это будет крышка. Так, тихо, тихо, родной, куда ты собрался-то? Так, ну здесь, естественно, сразу же ниндзю на прикрытие надо брать. Так, ну и с молотом, я так понимаю, да, жабу. Анимация, ребят, я смотрю, анимация улучшилась. Ты видишь всякие вот эти вот, когда он машет клешнями, разводы. Такого раньше не было. Видимо, немножко графически подправили игру. Так, тени толка идет, блин. Нам бы как бы нежелателен он, да? Так, отлично. Чувствую, я сейчас пойдет робот ядерный. Вот чую я нутром. Сейчас выйдет. Если, конечно, успеет. Потому что мы-то уже возле замка. Мало того, мы и в замок уже крошим. Нет, друзья, даже не вышел. Испугался, как всегда. Но это в его репертуаре. Он всегда боится выходить, поэтому получил он по заслугам. Ну, а мы с тобой забираем сундук робота. И здесь нам выпадает робот с ракетой, трансформатор, ну и немножко денег. Так. Последняя локация в этом телепорте. Это долина подданных, снежные равнины. И здесь у нас паладин плюс грифон. Так, паладин плюс грифон. Вот грифон. Блин, да и паладин тоже мощный. Если я возьму этот отряд, если я возьму этот отряд, это будет фигня. Блин, тут, наверное, надо брать где ниндзя, скорее всего. Грифона только ниндзя можно, в принципе, контрить. Да и то, если впереди есть танк. Танк есть, ниндзя будет. Надо проверять. Да. Немножко меня он перехитрил. Ладно, хорошо. Это совсем нехорошо, ребят. Так, давай, 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 ниндзя. В грифу. А кто бы сомневался, что он именно так сделает. Смертельный удар. Как он меня вот бесит, грифон, когда именно делает смертельный свой вот этот вот удар. Предсмертный хрип. Как в Хардстоуне, я бы так сказал, да? Сейчас не удивлюсь, если опять он сделает это. Нет, надо же, не сделал. Так, если мы сейчас с тобой... Давай еще одну ниндзю позовем. Слушай, ну в принципе все тогда. Он попал. Он попал, ребята. Его уже, как говорится, здесь ничего не поможет. Так, ну а мы продолжаем наш поединок. У нас второй этап. И здесь прибавляется еще жрица. Жрица, если она стоит сзади танка, ребята, у нее очень здоровый отхил. То есть она хиляет, наверное, чуть ли не один из лучших хиллеров. Но есть недостаток у нее. Она не может драться. То есть, если впереди нету каких-то танков или еще кого-нибудь, мы ее просто размажем. Ой, тихо, 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 тихо. Так, давай. Отлично, блин. Ниндзя, молодец. Спасибо тебе большое, что ты выжила. Вот этот вот инстинкт самосохранения у ниндзя, это, конечно, круто. Так, тихо, опять. Вот сейчас будет, наверное, уже. Угу. Сейчас был полет смертоносный. Так, я хочу вот призвать мага. Маг очень круто бомбит. Я, кстати, вот не смотрел. А он бомбит вообще воздушные цели, маг? Или он только наземные? Как-то не было у меня возможности это проверить. Шикарно. Ребята, я вам скажу одно, что игру поправили в плане графики. Она как-то более четче стала выглядеть, да? И вот эти вот всякие небольшие исправления в плане, когда эффекты, вот эти вот от лечения, когда эффект идет, да, там от ударов, они справились. Они появились, их раньше не было.
И сейчас игра как-то смотрится немножечко совсем по-другому. Вот, в принципе, что и было за обновление. Так, надо будет еще зайти в DinoBash. Сказали, там тоже обновление, новый динозавр. Но я вот захотел, ребят, я не видел. Попробую сейчас после этой игры, когда поиграю, зайти и посмотреть. Так, фехтовальщика. Тюф. Давай-давай, сносим, отлично. Так, вызываем. Ну-ка, молния. Блин, если бы молнии хотя бы еще попадали куда надо, цены бы им не было. Нет, два ниндзя — это, конечно, имба. Они просто расстреливают, у них причем урон такой неплохой. Главное, чтобы их кто-то прикрывал спереди, вот и все. Да-да-да-да. Готов. Ну что, мы продолжаем. Переходим с тобой на следующий этап. Это у нас предпоследний, быстро мы проходим, конечно. Так, а у него здесь маг есть. Маг кислых щей. Он у меня тоже есть. Так что давай посмотрим, кто кого. Кто кого передамажит. У нас практически, хотел сказать, одинаковые отряды. А потом смотрю, у меня здесь нежить. У меня здесь защитники. Ниндзя. Из этого у меня только маг. Из родного отряда. Так, тихо. Не надо. Блин, жрица, это плохо. Сейчас мы фиг пробьем этого паладина. Ну-ка. Е-е-е. Вот это да, вот это фартануло, ребят. Просто жрица досталась с удара. Мы ее вырубили. Маг да выпендривался. Слушай, очень классно. Быстро мы тут, конечно, все так разобрали. Так, минус палыч, минус жрица. Ну и, в принципе, наверное, минус замок. Да, тут уже все. Шансов выжить практически ноль. Так, ну что, переходим с тобой на следующий, последний этап. Кто тут у нас босяцкий будет? Это епископ. Ну, давай возьмем этот отряд. Все равно надо отыгрывать. Так, ну что, начнем, наверное, с Ронина, как всегда, да? Вызываем Ронина. Минус фехтовальщик. Тюх! И Ронин сейчас начнет потихонечку колбасить замок. Пока не вызовет паладина или... Ага. Ну, паладин, естественно, ушатывает. Смотри, смотри, видишь, он идет. Видишь, там какая-то аура была. Такого я тебе говорю, раньше не было. Да все, крышка замку. Вообще быстро мы его тут расписали. Прекрасно. Ну что, забираем награды. Сундук подданных. И выпадает нам. Отлично, вот этот эльфик мне нужен. Все, друзья мои. Служитель тьмы. Ай, красота. Эльф и друидушка. Ну что, ребята, новый следующий портал. Ох ты, сразу же попадаем на территорию нежити. Нефритовая долина. Долина защитников. Опять нежить и подданные. Окей. Ну что, нежить. Ага, некро плюс зомби. Так, зомби очень шустрый, быстрый, поэтому он будет выходить очень быстренько, да? Значит, тогда мы с тобой, наверное, возьмем вот этот отряд. У меня против зомби будет идти кто? Ну, в принципе, можно взять и молотильщика. Но я, наверное, сделаю вот так вот. Мне кажется, он некр готовит, не? Готовит. Блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, хорош. Припарили уже, серьезно. Ты видел, какие-то блестящие осколочки выпадают. Вот сейчас был, кто погиб, такие осколки вылетели. По эффектам офигенно поправили игру. Вот что я тебе скажу. По эффектам просто отлично, она стала сочно и красочно выглядеть. Даже пламя, когда взрывается.
Так, ну что, погнали дальше. Второй этап. Ох, здесь летучая мышь. Так, подожди секунду, сейчас подумаем, что нам против летучек-то сделать. Блин, а у меня нет отряда-то, получается. Этот, что ли, отыгрывает? Ну, это, мне кажется, это борзость. А здесь я не успею, он меня заколебает сейчас вот этими зомбими. А мой... Как тебе сказать, мой ползун, он не справится. А это слишком дорого стоит. А, может быть, этим отрядом попробовать? Давай попробуем этим. Правда, против летучки я фиг его знает. Против упыря, как нам быть-то? Тыквоголового надо вызывать, но... Он один не справится. Вот. Об этом я тебе и говорил. Ну давай ты, господи, ну... Шикарно, ты смотри-ка. Фу, да не может быть. Ты посмотри, как тыквы себе голову восстанавливают. Раньше не так все это было. А теперь вообще так великолепно получается. Давай, родные мои, идем. Так, выпускаем корни. Вызываем еще одну некро. И на удивление, друзья мои, на удивление, мы с вами здесь разбомбили. Я очень доволен моим отрядом. Так, ну что, третий этап. Паршивый зомби, а? Это зомби-камикадзе. Врывается в толпу и взрывается, поэтому... А здесь, наверное, ползун будет нормально себя вести. Проверим сейчас. Так, 250. Ну-ка. Отлично, очень хорошо, ребят, получается. Блин. Ну, здесь-то, конечно, он сейчас заплюет нас. Поэтому давай сделаем так, наверное. Ага. Так, джаггер. В принципе, все. Ничего нужно здесь не сделать, потому что, извини меня, у меня стоит баллиста сзади. С опупенным уроном. Никаких шансов у него здесь нету. И я вызвал даже еще этого жнеца. Но он здесь, конечно, уже не нужен. Но просто так. Ради понтулик. Так, погнали дальше. Предпоследняя миссия. Ой, призрак. Теперь прибавляется ко всему этому призрак. Так, стоп. Стоит ли вот это? Давай возьмем. Тут все-таки друидка, она может нашим отрядам помочь, своим отхилам. Сейчас он призрака в первую очередь будет выпускать. Это 100%, это всегда так. И это правильно, потому что призрака один раз, ребята, выпустил, и он летает. Так, ну здесь, естественно, нам нужен будет паладин. Поэтому терпим. Вызываем. Паладин разберется с этой летающей дрянью. Это уж точно. Так, иди сюда. Не успел даже пикнуть. О, колобков-то как много там навызывало. Давай, родные мои. Бежим. Так, чумную бомби. Да ладно, даже без друидки справились. Серьезно, что ли? Ну да. Вообще на изи.
Я-то думал, она будет сопротивляться. Нет, просто сдала все. Так, последний этапчик у нас тут. И... Жнец. Так, ну, берем тогда вот этот наш топовый отряд. Наш топовый отряд и начнем сейчас потихонечку. С кого начать-то? С Ронина? Давай. Бежит. Да. Камикадзе знает свое дело. Подрывает. Будь здоров. Так, давай Чумнуха, наверное, позову. Да как ты... Урона столько наносит, а? Прям вот нет слов. Отражение. Обожаю, когда отражение срабатывает. Хорош. Может, нам ведьму позвать? Не надо. Все. Замок снесли. Ну что, забираем награды. Что нам там перепадет? Сундук нежити. И достается нам прыгун, камикадзе и голде. Переходим на нефритовую долину. Нефритовая долина. Коварная долина, ребята, блин. Копейщик. Мне нужно взять как вот в отряд, вот в этот, кого-то, чтобы мог он противостоять вот этому копейщику. То есть недорогой юнит и в то же время крепкий. Давай посмотрим, кто это может быть. Заменить, в принципе, можно вместо ползуна. Вот я беру ползуна. Этого камикадзе взять, что ли? Или вот фехтовальщика можно взять. Слушай, а почему бы и нет? Фехтовальщик против этого. Пхе. Только он... Тем более он у нас по максималке. Отлично. Вот это, кстати, отлично, ребята. Вариант против этого копейщика. Вообще топовый. Топовый варик. Ой, только вот успеем ли мы? Успеем. Смотри, вообще рубашит налево и направо. Фух. Вон, видишь, у него такая сзади там ярость. Раньше такого не было, ребят. Какой-то вот такой, смотри, он сейчас сделает удар. Хоп, и ярость пошла. Видишь? Слушай, а почему он, интересно, теряет здоровье при этом? Я что-то не понял. Так, клетка. Клеточка наша хороша. Убивает практически любого противника. Кто в нее попадет? Не имеет значения. Так. Крик души был, да? Крик души был. Я понял. Вот этим тигром меня очень бесит. Именно вот своими вот этими вот ударами. Так, давай-ка еще клетку вызовем. Так, уничтожили, уничтожили. Так, что мы можем сделать? Нам надо вызвать, наверное, жнеца уже все-таки. Я вот смотрю на это все. И думаю, что жнец нам тут вообще зайдет топово. Есть. Прекрасно. Все-таки разнесли в хлам. Так, ну что, переходим на второй этап и смотрим. Здесь то же самое, прибавляется еще храм. Пес храма. Который может напугать. Но это очень редко происходит. Его пугание, как говорится, нам по барабану. Что, никого нету? Они оба сразу побежали. Ты посмотри. Угу. На-ка, получи. Давай. Сейчас вызовет тигра наверняка. Тигра можно, в принципе, поймать в ловушку. Вот таким вот образом. Напугал все-таки фехтовальщик. Меня напугал.
Так, жнеца позовем, наверное, да? Пускай он выходит. Ну и потихоньку разбирается. Хотя тут уже здоровья у замка нету. Фиг-то мальчик очень хорошо бомбит. Особенно если подходит к замку и он не защищен. То есть хромсает только шорох. Твою налево, ронен тут. Блин, откуда же ты ронина-то взял, а? Ну ты супостат, а? Ну ты супостат. Выудил же, а, его. Что тут? Ну смотри, чей ронин? Мой ронин, да, будет? Тыч. Правильно. Мой ронин куда круче. Ну? Что-то я в этом не сомневался, что так получится. Иди отсюда. Все. Тут вообще по быстряку получилось все. Так, здесь у нас кто? Ага, ниндзя. Ниндзя, все дела. Так, вот это вот коварный уже будет этап. Ну, если мы с тобой успеем выставить баллисту, главное, чтобы тигр не выпускал душу, то баллиста, в принципе, уничтожает всех. И ниндзь, и фигинь, в общем, ему по барабану. Кого он там будет вызывать? Ну, понятно, вызвал тигра. Я могу вызвать грифона. Ты смотри, какой жук, а? Все подрасчитал, а? Круто? Куча некуда, согласись. Раньше, по-моему, когда клетка бомбила, не было такого, ребята, чтобы она, как тебе сказать, еще и урон наносила. Вот знаешь, как метеоритный удар по земле прошелся. Ну давай ты уничтожай. Так, застанили, застанили. Ниндзю, ниндзю, ниндзю там. Есть. Так, что мы можем сделать? Пока, ну давай так вот. Сердечко. Вот и все, да? Ребята немножко нам помогли. Ох, ускорение. Да, ускорение это имба. Ну что, переходим с тобой на последний этап. И кто у нас тут босс? Богиня солнца. Ну, не сказать, что, конечно, она очень такая страшная для моего вот этого вот суперотряда. Но жарит она тоже не по-детски. До хрустящей корочки может прожарить. Вот это да. Вот это да, ребята. Получил урон. Неожиданно, конечно, если честно. Просто неожиданно. Чего? Что за дела, не понял я. Да, ронин, конечно, мне тут все испортил. Я не успел накопить, как он уже вызвал его. И у меня, по-моему, энергии нету, да, чтобы... Не надо мне ваш сундук. Давай переигрывать, фигня полная получается. Вызвал он ронина, психа этого, а? Сейчас будем тоже вызывать. Ну, мой ронин, ё-моё, в штаны наложивший идет. Хотя бы так, красавчики. Красавчик Ронин, ну и того подбил. Но все равно бежать не хочет. Поехали. О, тут вообще моментально у нас получилось, ребят. Красный луч от нашей базы уничтожил все. И даже базу. Так, ну что, забираем награду. Давай открываем и
Сакура, копейщик и 9 кристаллов. Территория захватчиков. Так, вопрос в том, есть, да? Последняя энергия получается у нас на этом отряде. Значит, ползун. И кто? Бородавчик у тебя там, да? Ну, против ползуна. А другого варианта нет, ребята. Вот только так. Уф. Понятно. Нет, тут без вариантов, друзья. Тут без вариантов. Все, короче, сфалимся. Он мне своими этими паршивыми ползунами просто расписал. Вот и все. Если бы у меня были бы ползуны, конечно, мы бы отыгрались бы. Да, энергии больше нету. Ну что, друзья мои, тогда на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!